Монета 5 копеек 2008 года. Российская Федерация. Санкт-Петербургский монетный двор. Рассмотрим монету и редкую разновидность. На реверсе монеты прописан номинал, цифра 5, название денежной единицы, надпись копеек. Слева внизу и справа растительный узор, по особенностям которого определяются признаки редкой разновидности. По окружности четко выраженный кант, на аверсе изображение святого Георгия Победоносца верхом на коне, под левым передним копытом которого надпись буквы СП, знак Санкт-Петербургского монетного двора. Ниже год чеканки, дата 2008, слева и справа надпись «Банк России», обозначение эмитента. По окружности четко выраженный кант. Гурт гладкий, на нем частично просматривается стальная основа, из-под плакировки просматривается. Эта стальная основа плакирована мельхиором, соответственно, магнитными свойствами монета обладает. Весит такая монета 2,6 грамма, диаметр 18,5 миллиметров, нормативная толщина 1,45 миллиметра. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тираж неизвестен. Средняя цена монеты 20 рублей. Однако есть разновидность, которая стоит около 3000 рублей. Различается разновидность по стеблю. По части стебли, которая находится над узелком, и по части стебля, которые находятся под узелком, по отношению к канту. Вот смотрим на сравнительные рисунки. Слева штемпель 5.21. Стебель над узелком, вот, заходит за кант ниже. Стебель под узелком касается канта ниже. Такая разновидность стоит 3000 рублей. Справа обычная разновидность. Стебель над узелком заходит за кант выше. Стебель под узелком касается канта выше. Эта разновидность обычная стоит 20 рублей.